Всех привет, Иордан Стайков по имени отчества Николаев. И да, конечно, как я люблю сказать, Иордан Николаев. Да, World of the Rings был раньше. Иордан Ниходе Николаев. Да. Как эльф, да. Куда начнем? Так много имело говорить, что ж, уже не знаю, как начинать. Места опять не будет много на телефон. Памяти. Нашел. Ну, удалил старый телефон, удалил все приложения. И на их место ставил ролики, чтобы я могу удалить здесь. Надеюсь, что ну, кто-то где-то может скачать все, что у меня в ТикТоке, потому что, конечно, я не верю, и зато и их не удаляю и не начинаю новых. Они там должны храниться, вот так или не так, не могу знать. Был у меня SD карт, memory stick, который искал, хотел брать со мной. Не нашел, так что уж эти ролики там важны. Таблики, средства коммуникации, я тоже не доверяю, так как ВС звонил уже Владу Семенов, СС сосед, та самая Иоанна. Мать Марии. Звонил уже 5, может быть, больше лет назад. И спрашивал, если я даю мое согласие пользовать меня как модел, фотомодел для что-то там. А потом у меня украли фотки с Фейсбуком, создали фальшивый профиль. Какие-то сейчас используют, конечно. И обманывает кто-то кого-то где-то как-то, который обманывает мою дочку, что те березы, которые там на попасть, что это Петербург. Ну, наш Питер, Санкт-Петербург. Обмана и обмана не заканчивается. А вот он работал в Виваком тоже. Имеет доступ через друзья. Агентура всякая. Все. Вот. Начнем с того, ну, вчера новые доказательства нашел. Та Гинка. Та, которая меня родила. Вот ваш Будда. Маленький принц. Это не был я. От моего имени они находились в ту позицию. Оставим их там. Маленький принц должен быть в клетку. И давайте этот раз не было уже такая золотая, как раньше. Все поставите там, да. И Цветелина, и Кармена, и Гинка, и Иоанна, и Вера, и Георгий, и Мария. Все. Старая, маленькая может приезжать со мной. Если она займет свою правильную позицию, Малоруссия. Только то, вот этот проект Новороссия даже и наших оставили. Так как я сам не хочу быть ни Ароном, ни Наполеоном. Пусть Мисселина будет жить. У нас это даже выгодно. Ну, если меня перестановит уже все то, что со мной сейчас пытается испугать и напугать и мешать и идти по моему пути, да, вы знаете, вчера какие вещи случались. Ну, вчера, зато и не поехал я в совет
У нас наши объяснили совет, это осталось название официальное, название Радов Украина, как меня хотели там поставить в роль Берлускони. Ну, не был плохой парень. Сильвия в Майорке завистая лошу нечто. Да знаешь, мы надеемся, Сильвия разобрала. Для Болгара есть многие, которые, пояснения, которые должен дать, может быть. У них это поможет, чтобы меня помогали тоже. Те, которые это хотят. Вот, сейчас не могу вспомнить. Давайте продолжим. Берлускони, ну, сказали же. Бред только наполовину. Ну, зато его не любили. Феминисткой, потому что все-таки пытался та пятерка делать, да. Вот это королевская. Вообще король, он харем у него, да, друг у нас Россия, только какая часть России и то ли что мы хотим, наше будешь, ну конечно, что надеюсь, что нет, да. Должны мы объединяться и вот как весь Русь, а не как это мафии, королевские семья. Да. В та эпоха, да, в та эпоха. У меня был друг Хавьер Сувар. Ничего. Лучше получилось. И давайте скажем и то, что неплохо здесь. Пусть, если нас позволят, мы уезжаем. Они остались, тогда у них должен быть какой-то нейрон, так как здесь. Это не имеет для ними разницы, мужской или женский пол поставить. Не знаю, кто хочет там поставить. Мои деньги украли, моя собственность. Пусть закончит. Давайте мы новую будем создать. А вот и когда они ту закончат, пусть начнет Паскальные острова одного другого убивать. Не только будет судить, как я хотел. Они начнут убивать. Как Гинка закончил с моего отца. Ну вот Гинка, да, это не только ГДР, ну там связь через Ротшильды и с, конечно, Гин, это Джин. Джин. К тысячи, где-то тысячи женские души. Вот это индианцы, она, папа всегда говорил, что цыганка, что-то такое, да, там, не индийцы, индианцы в США, ну, не те, которые имеют то право, а только как у Индии, так династия Ганди, которая женская, не Ганди, настоящий, а его наследники, не мой дед, господин, прадед, не мой дед Иордан, он тоже не был виноват, его обманули два раза. Вот. Те, которые занимаются, конечно, думаю, может быть, в Атланте, там где-то с казино. Ну, те самые хазары, конечно, с хазартом. Хазары тоже не виноваты, только у них та класса, которая правляет, не позволяет быть в середине, то, что мы хотим. Имели мы или ортодоксальные, то те, которые живут там в коммуне, с те вещей, все такое, да, и не имели доступа к информации, или пусть коррумпированные и подвластные. Если нет, война и их уничтожит, как сделали сами собой, сами своих уничтожили Вторую мировую. Как сейчас пытается это сделать опять на Украине? Кто там, кого хочет уничтожить? Вы только задумайтесь, какие больные мозги у них. И вот так Гинка тоже. Ну, краснела вчера. Представитель бы был это, не знаю. Пусть много есть говорит. Давайте сейчас сделаем еще один ролик на Янку. Его отправим, потом, может быть, заблокируем. А уже вечером, может быть, еще один. Я не знаю. За все остальное, потому что. У меня